What's up, инкомрады, с вами снова Валькирин. До восьмого сезона Apex Legends осталось всего 4 дня. Если кто вдруг забыл, 26 января мы с вами на стриме смотрели его геймплейный трейлер. Он получился очень крутецким и помимо этого обладал приличным количеством интересных деталей, о которых я вам сегодня расскажу. Кстати говоря, у меня тут появилась идея до выхода сезона сделать подборку из всех самых интересных сливов, которые я затрагивал в прошлых своих роликах. И уже после релиза мы с вами проверим, какая информация окажется правдивой. Если вам нравится такая идея, давайте наберем 3000 лайков под этим видосиком. Но в этом ролике я расскажу вам про некоторые скины грядущего Battle Pass, новое оружие Repeater, золотые магазины, бесплатный след полета, какие локации подвергнутся изменениям на новом каньоне, новые хранилища, покажу вам еще два угарных тизера от разработчиков и расскажу о ребалансе Lifeline и Гибралтара. Но перед началом напомню, что мне очень сильно нужна ваша поддержка в виде подписки на канал, нажатия колокола и напишите в комментариях, какую карту в Апексе вы любите больше всего. И приятного вам просмотрочка! Итак, приступим. Практически в самом начале трейлера нам показали Гибу, Лобу и Октейна, которые шли буквально нога в ногу. Разумеется, для нас интерес представляют скины, ибо скорее всего именно эти три будут давать сразу после покупки Battle Pass, как это обычно и работает. Помимо редких скинов на Еву и R99, можно также заметить эпический скин на преданность. Но это все не так интересно, как невероятно крутые легендарки на Бангалор и Lifeline, которые выполнены в духе 80-х. Наконец, и эти два персонажа получили реально очень симпотные скины. Хочу обратить ваше внимание на то, что Банга держит довольно прикольный флетлайн, который, скорее всего, также пополнит ряды скинов Battle Pass. А вот следующий кадр расстроил очень многих, ибо на нем можно заметить венец боевого пропуска, а именно длинный лук. Да, вы все правильно поняли. За 100 и 110 уровни мы с вами получим 2 скина на лонбоу. Для меня это тоже было полнейшим шоком, ибо есть куча другого более интересного оружия. Помимо этого, снайперки и так дико всех достают в игре, так что лично я не совсем понимаю, зачем создавать вокруг них еще больший ажиотаж. В любом случае, диванные марксманы явно будут довольны. Надеюсь, респавнам не придет в голову еще и апнуть этот самый длинный лук, тогда уж точно весь сервер будет кемпить с ним на вышках. Далее можно заметить еще 3 скина предположительно редкого качества, так что не будем особо на них зацикливаться. Последнее, что нас может заинтересовать, это легендарный скин на новое оружие. В целом Battle Pass, как по мне, получился довольно-таки средненьким, а вот свое мнение обязательно пишите в комментариях. Кстати говоря о новом оружии. Как я и говорил, оно будет работать по принципу винтовки Ash из Overwatch. Максимальный боезапас будет составлять 6 патрон. Основной режим стрельбы очень похож на разведчик G7, а вот второстепенный позволит сделать усиленный выстрел, который будет наносить больше урона. Заряжаться оно будет скорее всего либо тяжелыми, либо легкими боеприпасами. Я довольно сильно люблю подобное оружие, так что очень хочу попробовать Repeater в действии. А чтобы не пропустить мое первое впечатление от сезона, обязательно заглядывайте ко мне на стримы, которые проходят на самом YouTube канале ежедневно после 6 вечера по МСК. Не успел я выпустить свой прошлый ролик, как разработчики сразу же показали нам тот самый золотой магазин, который дополнит обвесы уже в 8 сезоне. Напомню, что его особенностью будет расширение вместимости аналогично фиолу. А самое интересное, он будет перезаряжать ваше оружие, пока то находится у вас за спиной. Опять же, идея очень интересная, я бы даже сказал имбовая, особенно в связке с двумя спидфайрами и рампарт. Попахивает новым челленджем, кстати. На одном из кадров с демонстрацией нового скина на длинный лук игроки смогли заметить очень интересную деталь, а именно весьма странный ярко-золотой след, который летящие персонажи оставляют за собой. Некоторые уже предположили, что его будут давать за золото в рейтинге, но подобное звучит очень глупо, учитывая то, что сейчас даже за алмаз ничего подобного не дают. А вот мысль о том, что этот след будут давать абсолютно бесплатно отряду чемпиона, лично мне очень по душе. Свое мнение, разумеется, пишите в комментариях.
Как я уже говорил в одном из своих прошлых роликов, после того, как каньон сделал бум, многие его локации очень сильно преобразятся. По предварительным данным, взрыв кардинально изменит северную часть карты, а именно локации Артиллерия, Мутные озера, Бойцовская яма и Сток. Поскольку после бабаха сама скала перестала существовать в своем первоначальном виде, на ее место также разместят несколько строений, отчего каньон станет немного больше. Помимо этого, у нас также имеется информация о том, что под нож разработчиков попадет рынок и клетка. Правда, учитывая тот факт, что эти две локации находятся очень далеко от эпицентра взрыва и еще никак не показывались в трейлере, у меня есть некоторые сомнения на этот счет. Также респавны показали скриншот, на котором видно, что вот этот вот одинокий домик в центре карты снесут под корень, и на его месте будет просто полностью открытый пустырь. Честно говоря, лично я не совсем понимаю, чем разрабам не угодило это строение, ведь по сути оно было единственным домиком посреди огромного открытого поля. В целом, новые локации смотрятся очень сочно и интересно. Единственное, что пугает лично меня, так это обилие открытого пространства и своего рода смотровых вышек. А вспоминая то, что в конце Battle Pass мы получим длинный лук, настораживает еще больше. В общем, надеюсь, что новые локации не превратятся в место обитания кемперов. Также на карте будут размещены так называемые запертые оружейные. Для того, чтобы их открыть, вам понадобится какая-то взрывная вещица, по типу сюрикена, хаешки или зажигательной гранаты. Разумеется, внутри нас будет ждать оружие и патрончики. Хотелось бы еще пару секунд уделить самому Фицрою, а точнее тому, как он бросал сюрикен. Игроки уже начали предполагать, что это будет частью его пассивки, хотя, как мы помним, сливы говорили совершенно об ином. В любом случае, загадывать уже не будем. Сам Фьюз очень крут и явно сможет потягаться харизмой с Миражом. Надеюсь, вы не забыли нашего угарного индуса из прошлого выпуска. Не поверите, но, видимо, респавны заключили с ним пожизненный контракт и выпустили очередной тизер с его участием. В общем, вы должны это увидеть. Не знаю, как вы, но я считаю, что это явно тянет на болливудский Оскар. На этом наркомания от разработчиков не закончилась, ибо примерно в тот же день они выпустили еще один тизер, который называется «Стейк от Фьюза». Spread it around the pan, that's nice right there. And just go ahead and push that steak into the pan like that. And some green onions for good measure. That's great. Now we're gonna add a little bit of Caleb's secret ingredient. Don't tell anybody. Let's go ahead and add this to the steak. That usually takes 2 minutes. It's already done. Wow. Isn't that amazing? Look at this. Если вы еще не порвали себе пузо от этого юмора на уровне моих нарезок, расскажу вам про некоторые балансные правки Гибралтара и Lifeline. Наконец-то разработчики додумались сделать так, чтобы при попадании по наручному щиту Гибы исходящий урон учитывался в прокачке вашего эво-щита. Конечно, данное изменение практически вообще никак не сказывается на самом Гибралтаре, но идея эта довольно хорошая. А вот Lifeline разработчики рассматривают уже со всех сторон. По их словам, несмотря на то, что этот персонаж является одной из самых популярных легенд, они хотят как-то изменить ее ультимейт. И ведь действительно, несмотря на недавний ее баф, дроп все еще остается самой долгозаряжающейся ультой. При всем при этом, лут в нем оставляет желать лучшего, так как чаще всего к моменту его вызова вашему скваду ничего оттуда уже не нужно.
Получается такая ситуация, что если уменьшать время КД ульты, она будет слишком полезная, а если ничего не делать, она будет слишком бесполезная. Что же разработчики придумают на ее счет, узнаем уже совсем скоро. А вот над пассивкой лайфы респавны ломают голову куда сильнее. По их словам, они понимают, что она слишком сильная, но при всем при этом не планируют делать ей таймер по типу того, что есть на кьюшке Pathfinder. Разрабы хотят аккуратно ослабить ее пассивку, при этом не сломав саму концепцию мобильного полевого медика. В общем, как говорится, буду держать вас в курсе событий. А чтобы не пропускать полезную информацию и веселые видосики, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите колокол, тыркните лайк и не забудьте посмотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого!